Я хочу, чтобы все получилось, но карандаши не слушаются. Но они просто чудесные и оригинальные. Не попробовав, не научишься. Кисточки, холсты, палитра. Я научусь рисовать. Что-нибудь. Первое, что придет в голову. А теперь еще что-нибудь. Ой, спасибо! Ты заговорил! Он разговаривает! Конечно! У меня же есть рот! Нарисуй мне ручки, тоже хочу рисовать! Да! Ух, другое дело! Присоединяйтесь! Тут здорово! Кучин! Чего ты ждешь? Я нарисовала. Зацени мои ножки! Как же классно вот так рисовать! И я! Рисовать не так уж и сложно, правда? Да! Кукин! А теперь что мне делать? То же, что и он! Веселись! Рисовать вот так? Все равно, что играть! Да! Но подождите меня! Да! Не думай, просто рисуй! Ты можешь рисовать еще больше. Смотри. Кукин! Быть художником классно. Thank you.
многое поняла. В конце концов, важно лишь то, чтобы было весело. И что лучше всего, что теперь я знаю, кем я хочу стать? Художником! Качать тебя? Давай подержу, чтобы ты не упал. Ты куда? Эй, ребята, давайте по... Нет, разрядился. Да что с вами? Моднее. Я величайший супергерой в команде Клео. Бэт-Клео. Никто не устоит против моих бэт-палочек. А это Супер-Кукин. Догоняет плохих парней на своей суперскорости. Разве вы не знали, что я умею танцевать? Я девочка-балерина. Опаснейшая из балерин. Капитан Кисточка остановит тебя. Ведь все, что он нарисует, становится настоящим. Твои рисунки меня не пугают. Когда-то я упал в канализацию, и оттуда выбрался человек-динозавр. А как тебя зовут? Меня зовут Калли. Нет, твое злодейское имя. Лучше выбери другое. Я могу выбрать? Тогда я Цветочек. Это не злодейское имя. Цветочек. Цветочек, цветочек и точка. Супергерои Клео команды. Девочка-балерина, человек-динозавр и цветочек украли сокровища города. И с их помощью мы будем управлять детьми по всему миру. И мы их спрятали в нашем секретном убежище, в злодейском домике на дереве. А нам нужно вернуть их. Повторим план. Забираемся в их убежище с помощью силы моих палочек. И одолеем их рисунками моей суперкисти. И с твоей суперскоростью заберем себе сокровище. Да! Супергерои идут. Впусти их. Им нас никогда не одолеть. Чудовище! Сюда идет чудовище! Да это же Кукин! Супер-Кукин! Это не важно. Им не получить наше сокровище. Я остановлю их своим танцем. А я своими когтями. А я встречу их
земляникой. Супергерои тоже любят перекусить. Сокровище. Пойдем и вернем сокровище города. Вам не получить его. Ха-ха-ха. Поспорим? Быть супергероем классно. А где планшет? Я дала его цветочку. А я его дала капитану кисточке. Ни у кого его нет. Сыграем еще? Но на этот раз я хочу быть суперзлодеем. Да! Да! И лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Супергероем! Да! Пойдешь плавать? Бассейн – это здорово. Пси! Оставайся, пока не поправишься. Вы будете веселиться без меня? Все самое интересное происходит снаружи. Кали, балет. В доме тоже много интересного. У нас будет день магии. Но пока тебе нужно вернуться в постель. Пора играть.
Скорее, в сумку-банду! Книга, волшебная палочка, очки! Сколько пыли! Волшебной пыли! Я великий волшебник Клео! А ты будешь моим помощником, Кукин! Какой фокус сделать первым? Этот! Я сделаю тебя розовым! Хорошо, тогда превращу тебя в жабу! Тебе ничего не нравится? Мы сделаем вот что! Смотри, учись! Сколько пальцев ты видишь? Смотри внимательно! Ты уверен? С первого раза! Видишь, я великий фокусник! Даже книга так считает! Ха-ха! Палочка моя! Привет! Кайли? Вы уже показываете фокусы! Мы еще не поставили сцену! Но скоро все будет! Магия! Не торопите! Кайли, я готова! Это ты сделал? Шоу начинается! Дамы и господа! Приготовьтесь восхищаться волшебными фокусами! Для начала я заставлю помощника Кукина исчезнуть. Здесь ничего нет. И здесь ничего нет. Та-да! Та-да! Что? Я сказала исчезнуть? Вообще-то, я собиралась раздвоить его. Раз, два, три, четыре. Мне кажется, тебе нужно коснуться палочкой настоящего. Та-да! Отдай это мне! Это я, фокусник! Волшебство. Ух ты! Еще! Готов показать еще? Тогда продолжаем. И самое классное то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Фокусником! Да когда уже начнется? Не терпится увидеть метеоритный дождь! Это дождь не из воды, а из звезд, которые летят по небу.
А, они ищут еды, как птички зимой? Нет, это кусочки светящегося неба. А главное, они помогают желаниям сбыться. Желаниям? Не похоже, что она может помочь желанию сбыться. Это светлячок, светящийся жук. Ух ты! Кто поймает звезду, загадывает желание. Это я. Нет, я. Звезда. Моя. Хочу стать мультипликатором. Это значит да? Ура! Звезда. Моя. Хочу быть актрисой и сиять, как ты. Я стану актрисой. Я стану актрисой. Моя. Хочу стать лучшим барабанщиком в мире. Я забрала твою звезду, но ты найдешь еще. Их ведь так много. Звезда. Капитан, вы готовы? Взгляни, сколько звезд! Далеко! Мы можем подлететь поближе. Что там в инструкции? Эту кнопку или... Чем нажимать, нужно прочитать инструкцию. Кукин! Хотя так намного интереснее. Пузырик. Посмотрим, кто выпьет больше. Маленький шаг для тебя, но огромный шаг для нашей семьи. О, ходить в космосе непросто. Попробуем вместе. Ух! Уи! А теперь поищем тебе звезду. Звезда! Звезда! Там звезда. Мне кажется, там ничего нет. Ничего, у тебя еще есть шанс. Быть космонавтом классно. Как классно! Привет!
было классно! Кукин, Кукин, смотри! Звезда! Скорее, загадывай желание! Играть! И это твое желание – поиграть? Тогда подуй на звездочку, и желание сбудется! Играть? Что ж, все мечты сбываются! И теперь я знаю, кем я хочу стать, когда вырасту! Космонавтом! Очень осторожно. Что? Верни на место. Никому нельзя это трогать. Ты собираешь робота? Это мой научный проект, и я должен завершить его сегодня. Что ж, мы поможем тебе. Нет, это мой робот, и только я знаю, как его собрать. Кукин? А? Видишь, мы тоже можем собирать крутых роботов. Да, мы тебе поможем. Нет, не можете. Да, мы можем. Пойдем собирать своего робота. Да ладно, это не так трудно. Робот! Да, такой классный робот. Вы просто склеили банки. Вот, что такое робот. Это робот. У него антенна. Нет, мой робот. Как мне его теперь починить? Нет, так нечестно.
Он даже не выполнил свою миссию, и я не успею собрать его вовремя. Сумку-панду. Отвертка. Ключ. Молоток. Мы поможем Теде починить его робота. Да, но... Да! Как классно! Стол безумного ученого. Это сюда? Да, но аккуратнее, потому что... Ух ты! Это будет самый крутой робот в мире! Подожди, мы сделаем самого крутого робота, и он будет летать. Нет! Большой робот! Достаточно! Сделаем, как на чертеже. Нужно закончить его сегодня. Да! Делать роботов классно! Работает. И у нас нет времени на другого. Ура! А ракетка нам для чего нужна? Увидишь.